Здравствуйте, друзья! Меня зовут просто Лена. И сегодня мы будем с вами лепить омлет. Вору, конечно, не лепить, а делать. Но омлет у нас будет необычный. Не на сковородке, как мы привыкли все это делать. А запекать мы его будем также в духовочке. Омлет у нас будет с копчеными колбасками и с болгарским перчиком. Объясню все по порядку. Что, чего и как нам надо будет с вами замесить. Поехали! Вот у меня два перчика, которые нам надо обжарить на растительном масле с добавлением сливочного. Для этого еще нужно будет сыр 200 грамм, грамм 100 молока в омлет. Вот у меня тут охотничьи колбаски. Они копчененькие, в принципе, можете взять сосиски, ветчину, колбасу, ну, все, что, как говорится, в вашей голове родилось. И то, что вы купили в данный момент. Ну, естественно, омлет без яиц просто никуда. Сейчас мы готовим, скажем так, нашу начинку в первую очередь. То есть нам надо немножко довести до мягкости и обжарить наши болгарские перцы. Что мы сейчас благополучно порежем их, соответственно, немножечко обжарим. Потом расскажу по порядку, что делать дальше. Поехали. То есть, как я уже сказала, в первую очередь готовим всю нашу начинку. Берем перчик и режем его. В принципе, небольшими кубиками. Перец мы порезали, теперь нам это дело надо обжарить слегка на сковородке. То есть переходим к плите. Включили плиту, достали небольшую сковородочку, буквально ложку сливочного масла, ну и ложку подсолнечного. Сейчас все это дело у нас растопится, сковородка наша нагреется, и мы с вами будем пережаривать наш перец. А почему мы делаем это заранее? Потому что все-таки перец должен остыть, прежде чем мы будем делать наш омлет дальше. То есть, видите, да, уже сковородочка нагрелась, и мы потихонечку высыпем сюда наш перчик. Слышно, как шумит. То есть, естественно, все это нагрелось. Нам надо довести это дело до состояния мягкости. То есть, ну, 2-3 минутки непрерывно помешивая наш с вами перец, чтобы он не прожарился, не превратился в угольки. Вот обратите внимание, наш перчик уже потихонечку стал поджариваться. В принципе, он уже мягкий, ну, помешайте там еще пару секунд. Еще маленький нюансик, немножечко можно, в принципе, даже и подсолить. То есть сразу обратите внимание, цвет у нас уже, он такой однородный стал, не такой, как был до этого. То есть явно уже перец наш стал мягким. Можно даже проверить, да, вот он мягенький, можно выключать. Пожарили перец, отставили его в сторону, пусть немножко остынет. Займемся другой начинкой. У меня вот, как я уже говорил, охотничьи колбаски, поскольку они копчененькие. Ну, нравится мне копченый вкус. Вы можете использовать уже все, что вашей душе угодно. Хотите колбасу вареную, хотите еще что-либо. Кстати, когда готовился перец, вы можете это дело еще добавить, например, репчатый лук. Пожарить его вместе с перцем. Я этого делать не хочу, поскольку я лук не очень люблю. Ладно, отступления кончились, займемся делом. Режем наши колбаски потоньше. Не буду их резать пополам, просто вот такими небольшими, скажем так, кружочками. То есть сначала готовим нашу начинку. А пока режем, можно жопки пробовать, точнее есть. Теперь на крупной терке нам надо натереть сыр. Причем сыр должен быть не супер твердым, а такой вот полутвердый, чтобы он хорошо плавился. Единственное что, если у вас на сфере вот такая вот шкурка-корка, она нафиг не нужна. То есть на крупной терке натираем 200 грамм сыра. Извините, 10 грамм сыра жуем. Что-то надоело тереть. В принципе, вот. У нас натертый. А теперь собираем наш омлет. А теперь самое главное. Омлет без яиц это не омлет. Взбиваем яйца. Если у вас яйца крупные, то штук 8 в принципе достаточно. Если более мелкие, ну то можно и прям весь десяток туда зафигачить. В принципе, на завтрак и на ужин, смотря когда вы это делаете, вполне достаточно перекусить, наесться и объесться этого омлета. То есть взбиваем яйца.
скорлупа нам там явно не нужна. Зацепим ножом. Отлично, все. Теперь все это дело нам немножко надо подсолить, потому что я тут пока резала, жевала охотничьи колбаски, они, в принципе, такие вот солененькие. То есть я не думаю, что прямо надо супер-пуперски пересаливать наш омлет. Потому что сыр тоже какой-то свой привкус соли дает. То есть немножечко. А чтобы он был более ароматным, я уже не раз говорила в своих предыдущих рецептах, кто-то любит с перцем, кто-то добавит еще что-либо, какую-то приправу. Я хочу добавить прям чуть-чуть хмель-сунели. Немного, чуть-чуть. Потому что травка ароматная до предела. Но, может быть, не все ее любят, естественно. Теперь сюда вливаем молоко 100 грамм. Оп, начинается самое веселое. Нам это дело надо взбить. Потихоньку, не спеша. Вот у меня какой-то такой черный венчик есть, маленький. Чтобы не расплескать все это дело. У кого-то есть миксер, можно, в принципе, и миксером. Но мы не ищем легких путей. Будем делать все собственными руками. Без применения техники. Нет, техника, конечно, будет выпекать. Естественно, что мы с вами это сделать не можем. Приходится взбивать вручную. Не суть важно. То есть потихонечку все это дело надо нам взбить. Ну, конечно, не для того, чтобы пена появилась, но хотя бы все, чтобы это дело немножко перемешалось. То есть до однородной массы. Миксером, я думаю, что когда взбиваешь, это все дело у нас превращается еще и пенится. Потому что нам все равно все это дело еще перемешивать. В принципе, достаточно. Так, немножко взбили до однородной массы. А теперь самое интересное. А теперь нам в яйца надо добавить наш перчик, который мы с вами немножко пассеровали, жарили на маслице. Естественно, наши колбаски. Попытаемся немножечко размешать все это дело, а потом добавим туда, естественно, натертый сыр. Ну, а теперь наш натертый сыр. И теперь все это дело нам надо размешать. То есть вот такая вот у нас омлетная масса получилась. Размешали, все сделали. Куда все это дело вылить? И тут у меня возникло желание необычное. То, что у меня нет высокой сковородки, нет сотейника большого, чтобы поставить куда-то в духовку. И я нашла тут вот такую силиконовую форму. Такую вот необычную. Вдруг он поднимется, там еще что-то сделается с ним. Неважно. То есть в качестве, в форме кекса. Посмотрим, что получится. То есть вот такая вот у меня есть формочка силиконовая. Что я сейчас благополучно сюда налью свой омлетик. И поставлю его в разогретую духовку. До 200 градусов. Духовка должна быть 200 градусов. На 20-25 минут. Проверим, что у нас получится. То есть наливаем форму. И такой вот необычный у нас будет омлет. У вас может быть он более обычный. Поехали. Главное, чтобы умудриться сюда все еще дело перелить. Потихоньку и не спеша. Эх, немножко на стол. Ну ладно, мы все это дело, конечно же, внутри формы, чтобы все это ровненько было, распределяем. Ну вот, примерно вот так вот это все выглядит. Не обращайте внимания, пролилось немножко на стол. Мелочи. То есть разогреваю духовку и ставлю минут на 20-25. Вот посмотрите, как сверху у нас все это дело запеклось. То есть прошло, ну, где-то около 25 минут, может быть, чуть больше, чуть меньше. Посмотрите просто по корочке, по цветности того, как у вас все это дело запекается. Естественно, все это дело вынимаем. Конечно же, сейчас, в данный момент, не вытаскиваем, не переворачиваем, абсолютно ничего с ним не делаем. Даем остывать, при этом накрываем полотенчиком, и пусть оно потихонечку у нас остывает. Потом все вынем и посмотрим, что получилось внутри. Наш омлетик остыл, и мы его вынули из формы. А теперь посмотрите, какая красота у нас получилась. И попробуйте сказать, что это омлет, а не какой-то кекс. То есть выглядит офигительно. Пропекся внутри все замечательно. Цвет обалденный. То есть наизнаночку мы его вывернули.
вот такая вот красота. Так что, если у вас есть какие-то оригинальные формы, лучше делать все в оригинальном виде. Но нету, ребят, значит, просто обычно в любой сковородке, только не забыть ее смазать маслом. То есть, а у нас вот получилась вот такая вот красотища. Так что, если вам наш рецепт понравился, ставим пальчики вверх. Не понравился, ставим вниз. Просто попробуйте оригинальную подачу, оригинальную какую-то упаковку для нашего, скажем так, омлета. И когда вот такую красоту вы увидите, то, в принципе, ну, наверное, у меня душа порадовалась, честно говоря. Соответственно, что делаем? Пишем комментарии. Вдруг что-то не понравилось, вдруг что-то другое придумаете, сделаем. Не вопрос. Подписываемся на наш канал, а мы обязательно с вами увидимся в наших следующих роликах. Но не выключаемся. Попробуем разрезать и показать, что у нас внутри. Хотя бы чуть-чуть. Вот маленький кусочек. Достаем. Вот. Прям уже не терпится его слопать. Все красиво, все хорошо, все пропеклось, все запеклось. Замечательно. Кстати, чувствуется немножко, что у нас там есть наш перец. Но это так, мне кусочек маленький достался. Но, естественно, я, конечно, его съем без проблем. Ну, не только я, угощу друзей. Ну, в общем, как бы на этом заканчиваю. Хочется уже приступить к трапезе, соответственно. Поэтому всем до следующих роликов. Увидимся, как обычно. До свидания.